Всем привет, рад приветствовать на своем канале. Меня подписчик спрашивал, как я выпиливаю дырки. Вот для начала беру трубу 110, вот так ставлю. Я гвоздем черчу окружность вот, вокруг. Потом беру болгарку обычную, делаю надрез. Потом беру лобзик, вставляю. Вот. И вот таким вот макаром, вот сейчас изгибы так сделаю, и вот так круг выпилю. Все. Потом вставлю туда ну, трубу, ну только не этот, не уголок, а обычную трубу, такую же. И все, и клеем с внутренней стороны, с внешней термоклеевым пистолетом все заклею. Вот так легко и просто. Сейчас вот минут 10 я две бочки сделаю. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обязательно отвечу. Всем пока!